Русифицированная навигационная система BGT-1900 с уникальным HD-разрешением экрана 800 на 480 пикселей. Простым нажатием на дополнительную клавишу активируется меню навигационного блока. В меню блока оборудования BGT-1900 предварительно установлена навигационная программа компании Navitel с оригинальной лицензионной программой и последним обновлением. Для максимального комфорта и, самое важное, безопасности во время движения абсолютно всеми функциями установленного навигационного оборудования BGT-1900 можно управлять с сенсорного экрана в автомобиле. Также вы можете выбрать навигационную программу по своему желанию. В данном автомобиле для навигационного устройства разработано оригинальное меню Toyota. Вы легко найдете все необходимые вам пункты, заправки, магазины и другие важные адреса. Голосовые подсказки во время движения заблаговременно и правильно предупреждают вас о повороте и других необходимых маневрах, так что вам сложно пропустить нужный поворот. Навигационный блок BGT-1900 поддерживает функцию «пробки на дорогах». Это отображение самой актуальной дорожной ситуации с регулярным обновлением данных. BGT-1900 всегда подскажет, как сориентироваться в сложной городской ситуации, так как загрузка информации происходит с первой минуты работы устройства.